скутер вертикальный на 40 литров, на станине с поворотным опрокидным механизмом. Можно фиксировать его в таком положении. Имеет мощный двигатель на 5,5 кВт, 1500 оборотов в минуту. Скутер включается зажатием. Ручки работает тихо, отключается на открытие тяжи. Это есть и защита, и включатель. Двухлопастной нож в хорошем состоянии, с минимальным износом. Механизм опрокидывания работает легко, смесь можно выгрузить. Можно зафиксировать его в таком положении и выгребсти остатки пищи.